подобрать. Сейчас мы с мячом, поэтому ждем, как будет себя вести и сербская команда. А вот она активно играет довольно осторожно. Хорошая передача из глубины. Александр Головин на приеме. Блин. Здесь так груди мяч отработал, но успевает защитник. Маринов. Достаточно жесткое без нарушения правил. И вот Александр Сельянов. Мы знаем его как футболист довольно универсального. Какая потеря эта передача. Сергей Волков. Ой, блин. Грозит нам выход на наши ворота сербской команды. Будет ли удар? Бронись.